А тем временем депутат Госдумы Абдулмаджид Маграмов с рабочей поездкой посетил Гунибский и Чародинский районы. Во время визита он ознакомился с работой местных медучреждений и провел прием граждан. Шамиль Махмудов расскажет подробнее. Жители Гунибского района теперь могут обратиться за медицинской помощью в современную больницу. Проверить качество ее работы и лично поговорить с персоналом приехал депутат Государственной Думы Абдулмаджид Маграмов. Обойдя палаты и поговорив с пациентами, он отметил, что больница по уровню не уступает городским клиникам. Руководство больницы с этим полностью согласно. Больница у нас на 120 коек. На сегодняшний день из горных районов одна из лучших. Таких больниц, я считаю, что нет. Все условия для лечения, все условия для оказания первой медицинской помощи больным. После осмотра больницы депутат отправился в администрацию района, где встретился с местными жителями. Люди из близлежащих сел приходили к нему с наболевшими проблемами. Все они были выслушаны и записаны в соответствующие бланки. Впереди кропотливая работа по их решению. Есть спортклуб, детский спортивный клуб. Зарегистрированы, есть документы, ничего. Просьба вам помочь с тренажерами и с ремонтом. А вот в селе Цуриб Чародинского района обновление больницы только предстоит. Косметический ремонт тут в самом разгаре. Абдулмаджид Маграмов вместе с главврачом осмотрел будущее отделение, поинтересовался о состоянии здоровья у пациентов. Ну, районная больница у нас на 78 коек, 4 отделения, терапия, хирургия, инфекции, акушерство, гинекологии. Но поликлиника отдельно. От здания центральной районной больницы. Ну, сейчас, в настоящее время, больница находится 76 больных. Таких тяжелых больных нет. Ну, в средней тяжести находятся больные. И 40-60% в стадии выздоровления. Сам Абдулмаджид Маграмов рассказывает, что старается объехать по 2 района в месяц. Говорит, что обещал избирателям свою поддержку и теперь просто не может оставить их без внимания. Сделал прием в Гунибском районе населения и в Чародинском районе то же самое. Отметили проблемы, которые стоят сегодня. Я буду всячески помогать, так как я работаю в Государственной Думе комитета охраны здоровья. Мне этот вопрос в первую очередь интересен, и я этим вопросом уже занимаюсь. Всего были выслушаны жалобы более 50 человек. Среди основных проблем – ветхое состояние больниц и школ, отсутствие стабильного энергоснабжения. Жители гор устали жаловаться. Чиновники каждый год приезжают с целью ознакомиться с их проблемами. Вот и сегодня, как и всегда, в глазах жителей виднелась надежда. Надежда на светлое будущее. Шамиль Махмудов, Саид Кутиев. Время новостей.